Друзья, вот такую цветочную поляну собрали из английских чайных пар и также чайных троек. Покажем каждую отдельно. Это колпорт. В основном это костяной фарфор. Здесь у нас представлен также сделаем фото каждой пары в отдельности. Эта вот пара очень редкая, это Шелли. Очень красивый изумрудный цвет Веджвуд. Это пара с ручной росписью. Смотрим. Роял Альберт. Старое такое клеймо здесь стоит. Вот эта пара тоже очень редкая. Трио такое. Классика. Белая золотой обводка, белой золотой обводкой фарфор. Ничего лишнего. Парагон. Тоже редкая пара. Жил Альберт. Это дерби тройка. Тончайший просто фарфор. И вот такие есть тройки. Чашка здесь, посмотрите, такая широкая. Это кофейная. Тоже светится все. Кофейная пара тоже редко встречается. Фолий. Это 30-е годы и этой же мануфактуры. Вот такие чайные троечки есть. Яркие. Тоже они встречаются редко. Сохранность.
Такие тройки мы вам уже показывали. Это Парагон, очень редкая серия. Многие путают ее с Хаммерслеем, вот эту троечку, но это Парагон. Нам эта серия вообще встретилась первый раз. И больше она вот уже в течение нескольких лет нам не встречается. До этого не встречалась. Это тоже Кроун Дерби. Тройки. Роял Альберт. Таких три у вас осталось. Есть чайник к ним. Тоже не часто встречается эта серия. Ну, многие из вас знают, это мусс розы. Знаменитая серия розы Старой Англии. Есть кофейные и чайные тройки. Вот такая тоже очень редкая троечка. Смотрите, какой цвет. Красный лавандовый. Цвет лаванды. Тончайший фарфор. Любимый многими чертополох. Это вот тоже Колпорт. Еще одна редкая тройка. Он тоже встречается редко. Посмотрите, какой цвет основной. Просто редчайший цвет. Чайные пары Хаммерслей. Серия тоже редкая. И две кофейных тройки и пара осталась. Тоже Хаммерслей. Есть кофейные троечки из этой серии у нас. Это чайная тройка здесь представлена. Это уже очень редкое трио. Это многие любят из вас эту серию, коллекции собирают. Это Минтон. И варианте есть цветок месяца. Здесь декабрь, есть еще другие месяца. Это Дюкал. Две пары осталось. Это Англия. Тоже костяной фарфор. Таких троечек несколько штук. Парагон.
Огонь. Цветок месяца. И это цветок месяца. Очень редко именно в таком варианте это встречается. Та серия. Это одна из самых первых серий, вариантов из этой серии. Тоже Royal Albert. Мерслей, клеймо 20-30-е годы. Есть незначительные потертости, но очень-очень редкая серия. У нас викторианская роза, троечка.